Время без двух минут 10 часов утра. 28 ноября. Завтра начало старта продаж PS4. А я уже могу ее потрогать. Комплекс закроется через одну минуту. Я первый, кто прикоснулся к этим джойстикам. DualShock 4. Ну, кошер. Вот она. PS4. Такая маленькая. И сегодня же я ее куплю. Что, до начала старта продаж. PS4. Очередь уже столпилась. Сегодня 28 ноября. И сегодня до официального старта продаж. Единственное место в нашем городе. Начнутся продажи PS4 в 10 часов. 5:24. И вот уже столпилась очередь. И я в этой очереди уже записался. Я сегодня куплю. 28 числа я куплю PS4. DualShock. Move. Вот она родненькая. Играют в какую-то игрушку люди. Смотри, что тут есть. NBA. Фига себе. Слушай, а может вот это, короче, сразу же? Не, давай все-таки вот это. Где тут старт-то? Видео. Нафига мне видео, я хочу играть. Насколько я знаю, я успел вовремя записаться в список. И сказали, что те, кто есть в этом списке, 100% получат консоль, как будто бы по предзаказу. А остальные люди, целая толпа, хотят получить браслеты. Через час их начнут выдавать. А пока что они просто стоят и ждут пока. Но я думаю, что мне браслет тоже не понадобится. Потому что консоль уже моя. Офигеть. Ёлку тырят, смотри. Она куда-то уезжает. Браслет на всякий случай. Вот интересно, стоило ли стоять 2 часа, короче, в этой толпе, или час, если даже я, который не стоял, получил этот браслет. Может быть, у них какие-то они супер-пуперские с номерами, там, не знаю, гарантированно, а у нас другие. Вот это мой конкурент. Смотри. Добрый день, геймеры!
геймеры, добрый день, любители виртуальных игр. Наконец-таки, наконец-то настал этот день. Точнее, день до дня. Сегодня вы являетесь, наверное, каждый из вас станет эксклюзивным владельцем Sony PlayStation 4, да? Ждете, друзья? Давайте аплодисменты этому событию. Это событие действительно нас сегодня объединило. Я слышал, даже некоторые ребята сегодня с 10 утра здесь находятся. Есть такие здесь? Ребят, вы молодцы, спать, наверное, хочется, да? Под ларек вы, наверное, кофе все скупили уже, да? Кто, поднимите руки еще раз. С 10 утра сидите, да? У нас для вас будет сюрприз, не волнуйтесь. Вот еще один бежит с 10. Только вошел, да? Я тоже с 10. Друзья, я на самом деле... Я здесь работаю, 10. С 10 часов работаешь здесь. И хочешь Sony? Конечно. А все хотят Sony PlayStation 4? Ура, друзья, давайте, давайте уже не будем ожидать. Давайте познакомимся, да? Вот он, я бегу, бегу к ней. Друзья, ну что, знакомьтесь. Sony PlayStation 4, это твои фанаты. Есть там еще наверху? Давайте поаплодисменты. Правда, фанаты Sony PlayStation 4 уже стали? Правда. Аплодисменты нашей приставке. Фанаты Sony PlayStation, это, собственно говоря, наверное, ваша мама, папа, у кого-то девушка, брат, сестра на ближайшие несколько лет. И у меня в том числе. Потому что я, на самом деле, согласился это вести только потому, что я такой же геймер, как вы. Я бы с 10 утра также стоял. Вот, на самом деле, друзья, это очень круто. Это очень круто, и сегодня я вместе с вами буду тоже обладателем этой приставки. Все остальное меня не волнует. Действительно, давайте еще раз бурные аплодисменты. У нас для вас от Sony, от M-Video приготовлена куча разных призов. Браслеты все получили? Да. Поднимите вверх, покажите мне их, я не видел. Мне не нужен, я и так, меня и так узнали. Вот, друзья, значит так, по браслетам, все знаете. В 10 часов старт продаж, по номерам очень внимательно. Я буду объявлять, какие номера. Там по 20 человек примерно мы будем запускать, поэтому никто не пропускает. Мы сейчас вместе с вами кучу конкурсов проведем, выиграем кучу призов, игр, сертификатов. Поэтому все здесь со мной тусуемся в ближайший час. Ура, аплодисменты, да? Спасибо, друзья. Все тусуемся здесь со мной до 10, потом вместе бежим покупать приставочку. Про Sony PlayStation, что вам сказать? Вы все, наверное, уже знаете, все прочитали еще раньше меня. Но для тех, кто не знает, друзья... Да блин, да это же лучшая приставка, которая сейчас вышла. Все остальное для меня лично не стоит вообще никак. Компьютер я давно забросил, как только, примерно с третьей Соньки. Теперь четвертая, у меня там на фотостудии сидим, у меня есть ребята, мы ждали предзаказы всех игр. Мы сделали предзаказ на Sony PlayStation 4, я все равно еще себе домой ее куплю. Это действительно очень крутое событие. Давай, не знаю, поддержи меня, потому что я очень рад. Я очень рад вместе с вами и не могу от нее глаз отвести. Ну, меня кто-нибудь узнал? Честно. Нет, нет, ну и... Ура, да. Хрен с ним, с этим проектом, друзья. Я сегодня один из вас, я сегодня геймер. И зовут меня Иван Махно. Я проведу вас через эти тернии, через этот последний час, который у нас остался. У кого-то чуть побольше, у кого очередь там не один, не первый браслетик. Кстати, а есть те, кто по предзаказу? Вот, по предзаказу, поднимите руки, мне сегодня задавали вопросы, и да, вы будете, у вас будет отдельная касса, и вы будете получать, вам также нужны браслеты, вы их получили, но у вас будет отдельная касса, поэтому я думаю, что у вас получится побыстрее купить приставочку. Вот, так что все для вас, друзья. Давайте чуть-чуть аплодисментами, поддерживайте меня. Вас очень много, это круто. Браслеты у нас еще, мне говорят девчонки, что браслетов уже не осталось, вы их просто размели. Девчонки вот с такими глазами, с шоком стояли вот там, ко мне говорят... Просто размели браслет, ребят, вы молодцы. Давайте чуть-чуть про Sony PlayStation. Нужно, нужно. Превосходная игровая платформа Sony PlayStation 4. Благодаря динамичным, захватывающим играм, невероятной графике и быстродействию, возможностям тонкой настройки и тесной связи с социальными сетями, PlayStation 4 – превосходная игровая платформа. Разнообразные материалы, увлекательные игры, ваши любимые цифровые приложения и эксклюзивы PlayStation будут доступны вам в любое время. Играйте, как вам хочется и где вам хочется. Еще раз напоминаю, по браслетам в 10 часов официальный старт, номера не пропускаем, а 20 часов... Ближе, привет. К метро. Снимает уже, отлично, отлично. Да, всем привет, друзья. Нова, там не пропускаем свою очередь. М-видео. Домовой и М-видео. Давайте, знаете что? Давайте первый конкурс. Да! Ура, да, ждали? Знаете, какие призы? Я уже говорил. Нет! Да, тогда говорили. Будет сюрприз. Тогда будет сюрприз. Первый конкурс, собственно говоря, окунемся в историю. Немного вопросов про Sony PlayStation для самых заядлых геймеров, для тех, кто еще первую приставку
Я помню, да, как она выглядела, кстати. Это уже что-то для интерьера больше. И наполнение крутое. Это... Хочу, друзья, извините меня, очень хочу тоже. Давайте вопрос. В каком году появилась первая приставка PlayStation? 95-й. Какой? 95. Вот, я слышу. 94-й. Абсолютно точно. Можно мне первый приз? Сертификат от МВидео. Какой? Проходите сюда. Аплодисменты первому победителю. Счастливый, улыбайся. Сюда не обязательно, вот здесь, сейчас я тебе передам. Сейчас еще, у меня призов на самом деле очень много, не расходите. Давайте все сюда, кто на втором этаже еще. Даже те, кто Sony PlayStation не покупает, тоже подтягивайтесь. Призы от МВидео, вот. Вот первый приз, пожалуйста. Поздравляю. Аплодисменты первому победителю. Давайте я здесь немного поближе к вам. А еще, посмотрите, не уходи, еще призы. Тащите его, пожалуйста, тащите еще, друзья, что-нибудь ему. Первым победителю. Я шучу, все, хватит. Отлично, идем дальше. Следующий вопрос. Вторая приставка, когда появилась? Какой год? Вот первый человек крикнул. 2000, абсолютно точно. Друзья, извините, может быть, плохо слышу издали, давайте сюда ближе. Аплодисменты. Еще такой же приз можно? Я вас пока разогреваю такими призами. Можно еще получить, еще хуже всего будет дальше посерьезнее. С девушкой очень красивой, на каблуках, в платье, поэтому так сейчас будет красивый выход. Подходи к ней ближе тогда, мне руку пожимай. За призами к девушке. Аплодисменты человеку, уже второй приз у нас сегодня. Друзья, идем дальше. Знаете, какой вопрос будет следующим, соответственно? Третья приставка. Ноябрь 2006. Иди сюда, заходи, да что ты выкрикнул. 2005 год, друзья, серьезно. В 2005 году вышло. Что? В России. Я чуть-чуть, да, я очень хочу приставку. Я поздравляю. 2005 год, действительно. У вас, наверное, вообще какой-то китайский был предзаказ, да? Посмотрите на них, я очень боюсь вас. Дайте ему приз. Все, отлично. Дайте еще один сертификат. Просто вот человеку, который... Вы бы видели его глаза, аплодисменты глазам. Скажи еще раз, 2006-й. В зал, вот туда, привычка. Вы видите эти глаза? Я ему верю, честно. Все остальное уже не важно. Вот тебе сертификат. Поделитесь вместе. Вот, дальше идем. Добился, да? Молодец. Браслет есть? Какой номер на браслете? Неплохо. Потому что... Что? Отлично, идем дальше. Это мой косяк. Я согласен. Все, извините меня, друзья. У меня неверная информация. Вы приз получили, все честно, значит. Все отлично. И следующий вопрос, друзья. Следующий вопрос будет неожиданным. Можно чуть потише музыку, а то никого не слышу. Вот, друзья, следующий вопрос... О, как вас много стало. Отлично, супер. Следующий вопрос будет, а когда же, собственно говоря, четвертая приставка вышла? 13-й год! Отлично. 28-е, 29-е, 15-е ноября! 15-го! Я не про Америку, что нам до этой Америки? В Америке там эти посидят своими. 13-й год! 21-й, ну ты уже получил, давай делись со всеми. Все знает он тут. Сейчас тебя потом найдут здесь, ты что, если все призы соберут, посмотри на этих ребят. Давайте вот я приз дам, первый крикнул. Он реально первый крикнул. Все еще получат призы, я уже буду по номерам вычислять. Давайте, несите приз. Аплодисменты. Человек, который всегда хлопает. Спасибо. Ну а теперь немного творческий вопрос. Вам нужно будет угадать. Давайте, кто два из трех угадает пункта, тот и получает приз. Кто называет, значит, пункт, соответственно, становится участником, второй пункт вторым участником, и из них мы уже потом по третьему пункту определим, кто победит. Итак, друзья, давайте вес консоли какой примерно составляет? Кто знает? Точнее. Нет, мало. Меньше. Близко. 3,18. Нет. 3,18. Нет, сколько? Нет. 3,4. Нет, меньше. 3,35. Меньше. 3,25. Сколько? Больше. Что? Ну, неплохо для начала. Отлично. Аплодисменты полтора. Это твой вес или приставки? Скажи честно. Молодец. Давайте ближе, друзья, еще не угадали. Есть! Да!
Да, 2,8, действительно, 2,8. Вот это уже не оспорите. Хотя можете загуглить, но не надо, на всякий случай. Все, уберите вообще интернет, на самом деле. Что за хрень? Давайте чуть воображением поработаем. Друзья, следующий конкурс, чтобы вот не было вот такого, чтобы никто не обижался на меня с задних рядов, я буду называть цифру примерную по браслету, да? Сколько их всего? По-моему, 400 браслетов. 410. Да откуда вы все знаете? Вот ребята называются, которые играют, все знают лучше меня. Это взрыв, это бам, Sony PlayStation 4. Отлично. Я называю цифру, соответственно, для следующего конкурса мне понадобится, кто сколько? Два человека. Два человека. Давайте 111. Есть 111? Блин. 112. 113. Есть сколько? 100. Ты поэтому ты сказал, блин, да? Давай, поднимайся первый. Аплодисменты первому участнику у нас. Какой дружный коллектив, вы молодцы на самом деле. И следующий будет номер какой? 111? Да вы не, я не верю. Да, сори. Давай тогда сюда, видите, как рядом получилось. Я не ожидал, сори. Поднимайся, аплодисменты. Так, сейчас мне нужны как раз вот для рисования конкурс. Ни у кого нет художественного образования, надеюсь. А ты меня слышишь? Все, понял. Я буду тихо, давай так. Есть художественное образование? Сейчас вы будете рисовать, друзья. Все же, все гаммы, правильно? Ты играешь в приставку Sony PlayStation 4? Ну вот, ну значит есть любимая игра какая-то. И у тебя есть, правильно? Друзья, вот у вас фломастеры, вот доски с другой стороны. И вам нужно нарисовать любимого своего персонажа из игры, и чтобы все отгадали. Соответственно, по аплодисментам мы определим, кто будет лучшим. Помочь открыть? Давай я подниму. Не, если я тогда ему тогда. Вот девушки у вас есть, помогут, если что. Давай я их подержу пока. Все. Друзья, рисуем любимых участников, точнее, любимых персонажей игр своей. Какая любимая игра? А, нет, не говори, тогда спалится, да, точно. У кого какие любимые игры, друзья? Я где GTA 5, почему никто не кричит? Не понравилось, что ли? Какое? А, все знаю, да. Но я так мало. Не очень, мне не очень почему-то. GTA 5, на самом деле, все, что я делаю в GTA 5, это я прихожу, беру тачку и тюню ее. Наверняка так делают многие, нет? Нет, почему? Я потом в полиции ее опять нахожу. Потому что у него замедление, да? Конечно, абсолютно. Гонки для замедления. Не знаю, я... GTA меня, мы прошли GTA на студии за 3 часа, не останавливаясь. А есть такая игра? Подожди, не кричи. Из игры нужно, из игры какой-нибудь. Есть на своем PlayStation Portal? А вот это кто? А вот это попробуйте отгадать. Ассасин! И кого, и кто лучше, Губка Боб или Assassin's Creed? Что? Давайте так, давайте Губка Боб. Кто, кому нравится Губка Боб? Друзья, кричим громче. Есть, голосуй, да. А кто за Assassin's Creed? Прости. Но теперь все равно приз тоже будет. Но, да, Губка, это у него, он чем-то заболел. Не, ну неплохо. Отлично, он навешал бы еще, похоже. Ручки прижал. Вот это Assassin's Creed, это я тоже вижу. Но на самом деле нарисовали вдвоем, молодцы. Давайте призы нам. Есть призы какие-нибудь? Я думаю, что призы еще много крутые. А что с руками? Подожди, а что в Губке Боба с руками? Переломанные, наверное. Как он же не может, как губку может руки сломать? Нельзя, нет такого слова. Как ты сказал? Это то, что нельзя называть. Ты что? Sony PlayStation 4, друзья! Сколько мне? 50 минут где-то осталось, да? Чуть-чуть еще. Еще куча призов. Еще раз аплодисменты нашим художникам, наверное. Супер, идем дальше. Итак, значит, у нас следующий конкурс, не останавливаюсь я, потому что мне нужно раздать все призы, там полный завал с ними, а вы должны их получить. Сейчас мне нужно 3 участника, и конкурс будет такой, средней сложности. Давайте 54 есть? Давайте числа больше. Числа? 3, 54 есть? Подождите.
Да откуда вы все знаете? Я знаю, что они отложены. Просто ты получаешь сюрприз у меня сегодня по-любому. За то, что все знаешь. 54, нет такого. 310 есть? По-любому есть. Смотрим внимательно. 310, друзья. 310 раз. 310, 2, 310, 3. Все, 310 не поднимается. Сколько? 308? 308 есть? 311? Давай, иди сюда. 311 есть. 223. И, да ладно. 223. Давай сюда. И 190. 190. 190 нет? 290 много. Еще. Не говорите свои номера, то я потом буду уже вас вызывать. 193. 194. Сколько съесть? Давай, 194. 193 уже раньше было. Прости, прости, прости. 193 раньше было. Еще успеем. Давай, поднимайся сюда. Все в наушниках, ребят. Давайте, запрыгивайте сюда. Как зовут? Саша. Александру аплодисменты. Какая любимая игра? FIFA. FIFA, отлично. А я PES люблю. А ты меня уже не любишь, да? Давай, поднимаемся дальше. Ты запрыгивать будешь, да? А какой-то еще номер был? Как зовут? Николай. Николай, молодец. Какая любимая игра? Battlefield. Какой? Конечно, четвертый, понятное дело. Какой еще, собственно говоря? А какой третий номер же был? А вот все, Игорь? Игорь. FIFA. Видите, две, вот у вас уже есть что-то общее. Встань между ними, а то они сейчас объединятся еще. Итак, извините, что спиной, друзья. Значит, правила игры. Вам нужно по очереди называть, какие игры на Sony PlayStation есть на данный момент и которые выйдут прямо в ближайшее время. На четвертую Sony PlayStation. Какую еще? Нет другой Sony PlayStation уже, все. Есть только четвертая Sony PlayStation, друзья. 45 минут, да, где-то остается. Я в уме постоянно считаю. Есть только... Да, что, вы уже устали, что ли? Вам еще сегодня всю ночь играть? До утра, или несколько суток даже, наверное. Я вижу парня, который будет играть несколько суток. По-любому. Вон он стоит, улыбается. Отлично. Друзья, ну давайте потихонечку по одной игре, да, отсюда начнем. Killzone, отлично. Killzone уже есть. Kill. Battlefield, да. Да, абсолютно точно. GTA 5. GTA 5 нет пока. Четвертый нет. Я играл. На четвертую. На четвертую Соньку. Как я бы знал, если бы GTA 5 было, как я не знал бы. Давай, у тебя есть 3 секунды. Раз, два, и ты сразу не выпадешь. Как? На четвертую PlayStation. Нет, не было FIFA. И FIFA в ближайшем моменте пока никак. Подождите, есть у меня нет такой информации. Значит, попозже будет. Ну, тихо, тихо. Есть FIFA? Отлично, ты идешь дальше. Благодаря вот этим ребятам. Поделишься с ним сертификатом дальше. Так. Абсолютно точно. Infamous. Я могу выкинуть, да, свой сценарий? Вот есть люди, которые за меня говорят. Да, абсолютно точно. Нету. Еще нету. Hello, Дьюзи. Батан. Батан. Нету такой, еще. Раз, два, три, давай. Нет. Она ей на Сонику четвертую выйдет? Да, в начале? Да. Отлично, опять благодаря ребятам ты вылазишь. Дальше идем. Все, у тебя последний шанс, надо сразу называть точно. Давай. Три. Алло. Какая? 3К14. 2К14. Да, отлично. У плаката? Резагам. Да ну. Слушай, Илюх, я просто... Они шикарные, я не могу. Самые сцены. Тебе надо сюда пробраться. Есть. Да! Тогда подойди сбоку, здесь подойти сбоку можно, ты меня увидишь. Я по центру, у сцены, напротив сцены. Нету, да, вы меня обманываете все? Я сейчас начну сверяться, никто мне больше слова не скажет. Ва, Watch Dogs, да, точно еще. Контраст. Есть. Блин, не кричите, не тишина. Я не вызову вас, если будете подсказывать. Все, вот тебе прям 2 секунды. Все, сдаешься, да? Аплодисменты ему. У нас есть приз там же, есть? Утешительный. Видите, мы никого не оставляем без призов, кто здесь со мной стоит. Не расстраивайся. Браслет есть? Какой номер у тебя, я забыл? Приз, но долго придется, да, сегодня побыть со мной вместе. Мы с тобой еще кофе попьем. Итак, идем дальше. Четвертый ассасин. Да.
Black Flag. Первый Ассасин вышел. Давай думай быстрее. Снимать. Правда, первый Ассасин 2007? Да. Конечно, да. Я себя нубом считаю уже с вами, ребят. И... ну вот прям одни из первых. Три. Нет, они, а FMS чуть попозже будет. FMS. Три, два, один. Все, все, все. Аплодисменты. Все равно неплохо. А больше меня я в любом случае знаешь. Вон, призы забирай, да. Ну что, мы с тобой поиграем дальше? Я оставляю тебя с публикой, давай развлекай. Как и какие еще игры, скажи? UFC. Играйшим в будущем. Еще одну назови давай, и все, и точно победишь. СБА. Было, было. Нет, еще такие. Да, да, абсолютно точно. Need for Speed выйдет тоже скоро, друзья. Я лично его очень жду и ждал, когда вы его назовете. Молодец. Смотри, что ты получаешь. Все, я посмотрю. Парень уже получает первую игру. Call of Duty Ghosts. Аплодисменты. Вот мы дошли до призов, наконец-то. До нормальных, да? Слушай, а ты меня позовешь поиграть? Супер, отлично. Давай, давай, ребят, чуть-чуть. Осталось 40 минут. Разогреваем, подогреваем. Sony PlayStation смотрит на вас. Давай, давай, зажигай. Это опять, друзья. Это, кстати, сколько? Они купили свой бюджет вам за первый день. Даже его несколько раз превзошли. Неплохо. Все, все, стоп, диджей. Кто у нас первый дал ответ? Я вот там вот, да, парень, по-моему, был. Вот он был раньше, я видел. Иди сюда. Илья. Мы поставили на закачку ночью с лесными, когда... А с утра, когда вышло, мы вытащили у парня из кармана кредитную карточку, который спал, и оплатили игру. 12 часов или в 2 часа, по-моему, по России. Когда стартовала официально? Кто помнит? GTA 5. Через интернет запуск. 19 сентября! Нет, сейчас просто я для себя спрашиваю. Во сколько? Два часа дня, по-моему, или 12 нам дали право. 12 дня. 12, да, 12 дня. Это был очень крутой момент. Да, аплодисменты. Что тебе дарят? Покажи мне. Killzone. Кто-нибудь хочет за меня повести? Я в конкурсах поучаствую. Это очень ценный приз. Друзья, давайте переходим. У нас... призы еще есть там же дофига, правильно? Давайте дальше, следующий трек. Какой год? Да, да, абсолютно верно. Он первый был, действительно, ребят, он первый крикнул FIFA и первый показал цифру 3. Я просто хотел узнать, сколько людей еще. Действительно, я смотрел, и вас всех просто еще одну. Иди сюда. Радуйся, улыбайся, фоткайся, давай. Очень клевый трек, мне лично нравится. Бери призы. Так. Играл уже? Ну все, теперь на сколько? Я думаю, что недели на две минимум. Да, все. Еще и Killzone прикупит. Вол, ты сегодня уйдешь в полном боевом комплекте. У тебя есть девушка, скажи мне? Нет уже. Я тебе честное слово говорю, нет. Поздравляю, давайте дальше. Со мной быстро играть. Сам контрактив, отлично. У него есть девушка, которая любит Sony PlayStation. А есть вообще, поздравляю, есть еще в зале девушка, вот я вижу, по-любому есть, которая любит, тоже любит Sony PlayStation 4. Вот у вас такие счастливые, удовлетворенные лица. И игра, как говорится, и там не поцеловаться можно, и все, все. А есть девчонки, которые любят Sony PlayStation здесь? Есть? Или вы все для парней, да, пришли прикупить подарок? Ура! Молодец! Аплодисменты девушке, которая любит Sony PlayStation 4. Есть еще такие? Сейчас сверху посмотрю. Девушки, которые любят Sony PlayStation 4. Где вы? Вот, есть. Какая любимая игра? Какая? Я не слышу. А, все. Из-за героини? Или из-за чего? Все, мне нужно освежить мою память. Еще есть девушки, скажите мне, какая любимая игра? Скажи FIFA, я просто подбегу и отдам тебе сертификат. Нет, нет. Какая? FIFA. Какая, скажите мне. Говори
Неужели FIFA не... С моей команды, а быстро за меня скалит человек. Killzone? Ну тоже неплохо. Дайте мне сертификат, я девушке что-нибудь подарю чисто. Вот, отлично. Идите сюда. А молодой человек у вас есть? Или вот ваш молодой человек? Вот. И Sony PlayStation 4 тоже. Это ваш друг тогда будет. Аплодисменты, девушки. Молодцы. Поздравляю. Давайте дальше идем. Еще диджей, выруби, вруби ее. Это какой-то, мы Сеги, да, по-моему, задрачивали в эту игру? Честно, Сеги. Отлично, первый молот, стоит, вот его мертвый, он убивает вас. Да, я тебя вижу, я тебя вижу. Ты молодец, ты высокий, ты покупаешь сегодня PlayStation 4, но ты не первый был. Точно? А как это? А кто еще первый был? Посмотри, сколько первых людей здесь. Как мне вас определять, друзья? Нет, вот, я вижу, вот, я по глазам буду определять. Скажи ему Mortal Kombat. Он не... У тебя был увереннее взгляд. Давайте вам обоим призы. Все, идите сюда. Вот так, давай так сделаем. Поделим. Аплодисменты, друзья. Еще, вот, отлично, супер. А вот еще несут, смотрите. Я говорю, мы сегодня щедрые. У нас небольшой перерыв, давайте, знаете что, еще вернемся к этим трекам, я еще несколько, это все пока легкотня было, дальше посложнее будет. Нам нужно, я вам должен рассказать об одном мероприятии, которое у нас проходило, и наградить одного человека, который очень молодец, очень красивая девушка. Сейчас, одну секундочку. Забыли ее имя. А думаете, про что я говорю, как вы думаете? Наверное, с 15 ноября. Что проходило? В социальных сетях МВидео проходил яркий конкурс на лучший костюм героя любимых игр. Знаете? Да. Кто участвовал? Поднимите руки. Один. Что, участвовали? Серьезно? Нет, ну хотя бы поддержали меня. Ладно, у нас есть девушка, которая участвовала. И, собственно говоря, я уже не могу ждать. Давайте ее пригласим на сцену. Зайцева Вера. Она победительница, она получает приз зрительских симпатий. Под ваши аплодисменты. Можно фотку? Вот смотрите, друзья. Попозируй чуть-чуть, попозируй этим ребятам. У меня много призов для тебя. Вот фотка. Смотрите, похоже же, да? Да. Вот точь-в-точь. Действительно. Почему? Почему так? Потому что знала, что похоже? Пока призы не дам. Подожди, расскажи мне немного о себе. Просто люблю этого персонажа, решила скосплеить, положила душу и получилось вот так. Она даже слова все эти знает, друзья. Молодец, аплодисменты. И скажи, а сколько лайков? Ну, 497, по-моему. А ты как-то просила кого-то это делать или все само собой произошло? Я репостила все на стену, но не более. Ну, неплохо, друзья, да? Похоже же? Посмотри на эти влюбленные глаза. PlayStation 4 стартовали. Поздравляем! Все три игры она получает. У тебя есть молодой человек? А он счастлив, да? Он здесь? Он прячется, да? Нет? Где молодой человек вот этой прекрасной девушки? Ты счастлив? У тебя три новых игры, друг. И их для тебя завоевала девушка. Это великое счастье, я тебе скажу, когда девушка для тебя три новых игры. Соньку покупаешь сегодня? Да. Да, кивни мне «да». А то я отберу у нее игры. Да, да, отлично. Все, аплодисменты еще раз. Спасибо большое. Спускайся, я тебе помогу. А мы продолжим с треками сейчас. Действительно, очень крутой образ. Что, диджей, давай следующий трек. Диджей, почему я говорю диджей? Приятно, нет? Может, я не прав? Ну, давайте, я уже привык просто так. Давайте следующий трек, да. Какой у нас? Ты уже победил, дай другим шанс. Вот. Но первым, зачем тебе тоже сам? Два зонтика? Нет. Вот он крикнул, а потом он, я видел. Он снизу. Я прям обратил внимание, он снизу, честно. Ну не переживай, еще успею. Давай, да, все, получишь. Давай, поднимайся, беги ко мне сюда. Самый сильный, вот он. Покажи всем себя. Какая игра, назови ее вслух. И давай, Сиди! Так быстро. Я еще раз. Васиди! Еще давай вместе, кто громче.
Годовой Сиди! Годовой Сиди! Все, отлично, аплодисменты. Молодец. Скажите, а вы много ему позволяете играть? Чуть-чуть? Но мне кажется, очень много. Красавчик, молодец. Давайте дальше. Аплодисменты отцу, который позволяет своему сыну играть GTA Vice City. Потому что у некоторых бывают проблемы, у меня были лично. Подождите, давайте дослушаем. Я слышал, что ты был первый, там второй, ты третий. Если что, по очереди. Все уже узнали? Мне просто нравится трек. Ты узнал? Да ладно, он не знает. Все, спалился, что ты не знаешь. Отлично. Все, тишина. Какой трек? Вот, молодой человек. Нет. Что? Нет, нет. Я лично выбирал. Я вот это тут вы меня не переспорите. На самом деле все гораздо проще, друзья. Какой-нибудь там. Все гораздо проще и сейчас ближе для вас, чем может представить себе. Нет. Я вам так скажу, это стрелялка. Call of Duty Ghost. Он был первый. Все, все, не кричи. Call of Duty Ghost. Он прямо отсюда ко мне. Что ты меня так много не бей, пожалуйста. Дайте ему тоже приз. Я слышал, что ты сказал раньше, но на вторым. Я просто боюсь отсюда уходить, потому что на меня такие глаза смотрят, кто-то получил призы. А он меня, между прочим, приглашал вместе с ним сегодня вечер провести в приятной компании. Так что не надо. Дайте ему зонтик. Ни туда, ни сюда. Есть зонтик? Сейчас я тебе зонтик как дам. У тебя есть девушка? Нет, возьми зонтик. Возьми зонтик. Порадуешь ее. Аплодисменты у нас, молодцы, участники. Идем дальше. Следующий трек. Все, друзья, вот у меня есть два победителя. Черный флаг. А девушка, говорят, первая была. Вы понимаете, что тут все геймеры собрались. Нет такого понятия, как девушка была первая. Тут Sony PlayStation первая. Нет, давайте на самом деле правда подарим девушке. Я слышал, что вы, но она кричала, ее вообще не слышно отсюда. И я вам попросил дать буквально 10 секунд, не кричите. Чуть-чуть послушаем трек, чтобы не было слышно, кто говорит. Подходите сюда, пожалуйста. Призы у нас есть? Вот, девушки. Ура! У нас осталось еще сколько? 4 игры. Давайте следующую. Следующая посложнее. 5 секунд дайте. Дай чуть пос... Тишина! 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 Я ничего не слышу. Стоп, музыка! Он первый крикнул вообще. Что надо? Как так можно с этим видео? Верни зонтик. Соберите все обязательно. Вот, нет, он прям, он вот стоит, он стоит, молчит, и вот прям тишина. Диабло 3! Вот. Третья. Я лично выбирал, тут не переспорить. Аплодисменты. Приз вот молодому человеку. Зонтики у нас уже закончились. Если что, у него есть зонтик, и он ему не нужен. Отлично, давайте дальше идем, друзья. Тишина. Да ладно, он первый был. Он прям вообще сразу за миллисекунду, за полсекунды отгадал. Это действительно Биошок. Какой Биошок? Да, абсолютно точно. Приз вот молодому человеку, молодец. Это, наверное, самое быстрое. Кроме GTA Vice City. И вот ты на втором месте. GTA Vice City на первом месте. Следующая игра. Он был первый, есть. А кто исполняет, знаете? Да, реально. Вот молодой человек. А нет, зонтик еще есть, отлично. Аплодисменты.
пишем 4, друзья! Полчаса всего, друзья, мне, я еще буду вам надоедать, а потом еще часа 4, пока вы будете покупать приставку, я буду вас расспрашивать по всем вопросам, по всем играм, и у нас последняя игра, последний трек из игры. Блин! Да, Team Fortress, он первый крикнул, прям выкрикнул. Team Fortress, ты все знаешь, да? Все по играм знаешь. Круто. Все, мы насладились. Давайте еще раз аплодисменты всем вместе. Неплохая подборочка треков у меня была, да? Спасибо. Если ты оценил, значит все, все отлично, нормально. Ты прям вот ближе всех и все замечаешь. Друзья, там есть кто-нибудь на втором этаже, кто будет покупать PlayStation 4 сегодня? Ура! Давайте все друг друга поприветствуем. Еще насколько? Нас очень много. Осталось всего 30 минут. И я вместе с вами побегу за этой приставкой. Лишусь и девушки, и родителям не буду звонить, и не знаю вообще, куда я пропаду на несколько дней точно с ГОСТом, потому что я специально не играл, я хотел поиграть именно на... Там не надо? Здесь не может быть отстоя, сейчас все любят. Не, отличная игра. Отличная игра, скажи отличная игра, пожалуйста, для меня уволят. Он сказал отличная игра, супер. Друзья, да, вот. Есть у нас еще одно событие. Правильно? Самое главное событие. Сейчас произойдет самый кульминационный момент нашего вечера. Ты уже знаешь, какой, что ли? А? Что? Консоль, что? Я не слышу. Ты организатор. Значит, можешь работать. Все хорошо у вас, друзья? Ждете? Дальше, давайте про события. Сейчас вы, наверное, увидите первую упаковочку нашей PlayStation 4. Уже видели? Так, близко держали, трогали? Да, сейчас, да. Если вам повезет, может быть, потрогаете даже. Друзья, проходил конкурс от M-Video, благодаря которому мы можем уже пользоваться приставкой. Аплодисменты M-Video. Они выбили для нас эти приставки сегодня. Они молодцы, спасибо им огромное. Что? Зазвать. Ты такой милаш. Отлично, играем дальше. Это ничего личного, просто по-братски. Мы геймеры, можем себе это позволить. Итак, друзья, какое же событие? Конкурс от M-Video, где члены независимого жюри долго спорили, кто же станет главным победителем. Итак, лучшим костюмом по итогам голосования независимого жюри... Знаете, кто победил вообще? Знаете? Сейчас на эту сцену выйдет этот молодой человек и покажет вам его. Под ваши аплодисменты Алексей Надеждин, друзья. Лучший костюм. Громче, давайте поддержим. Я так в сноуборде катаюсь. Это кто? Нажмите музыку на стоп. Подождите, я хочу пообщаться с ним, я хочу понять. Давай вперед чуть, во-первых. Давай мы тебя окунем в эти аплодисменты с первого и второго этажа. Просыпайтесь, друзья, полчаса. Громче, он недоволен, посмотрите. Что это за костюм, расскажи мне. Я знаю, просто всем, все знают, но просто расскажи. Это костюм из первого Mortal Kombat, самого первого, Рептилия. В 9-м он как DLC. Рептайл, да. Действительно неплохо. Офигеть, еще даже внизу. Супер броня. Я думаю, ты первый приставку, да, сегодня? По-любому, у тебя все равно не было варианта, ты бы ее получил первый, благодаря этому костюму. Ну давай, наверное, для всех, не знаю, что-нибудь, что он может дать? Давайте парень споет, наверное, да? Споет. Не знаешь какую-нибудь песню о Sony PlayStation 4? А мы вместе с друзьями играем. Нет? Давай, назад, придумай, что? А что ты тогда будешь делать, что тогда вышел? Селёдочки с кислотой! Танцевать? Да не сутят. Ну-ка давай, удиви нас, давай. Давай.
Давайте, друзья, громче поддержим. Еще, 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 хлопаем, поддержим. Лучший костюм, друзья. Аплодисменты еще громче, поддержим, поддержим. Victory. Правильно, да? Неплохо. Не каждый из нас, геймеров, может такое творить, друзья. Охренеть, я не отдам тебе, честно. Ну, все круто, да? Все... Убегай! Аплодисменты. Первая Sony PlayStation 4 вообще в России у нас. Она достается тебе. Все. Сейчас, смотрите, сейчас персональную охрану сюда, друзья. Есть у нас охранники свободные в зале? Потому что парня так просто не выпустят. Давайте его как-нибудь проводим. Аплодисментами, во-первых, потому что он молодец. Это, Миша, покажи ее всем. Покажи ее всем, давайте. Дай, Дашка, может, тут потрогать хочешь? Нет, я хочу, хорошо. Sony PlayStation 4. Ваши аплодисменты. Осталось сколько минут? Сколько? 21 минута, друзья. Осталось всего 21 минута. Я сейчас, наверное, уже побегу туда. Давайте еще как-нибудь озарим прямо вот оттуда. Какие-нибудь все аплодисменты сделают сегодня. Осталось всего 25 минут. Давайте громче. На втором этаже у нас тоже. Подсоединяйтесь. Давайте, давайте. Не зря ж смотрите. Давайте еще, еще. Последний раз похлопаем. Громко, громко, громко. Спасибо им видео. Спасибо Sony. Спасибо вам, друзья. Спасибо мне. И нас осталось чуть-чуть, и мы будем все гамать уже сегодня. Я побежал смотреть, как там что проходит. Спасибо вам огромное. Скоро увидимся. Еще важная информация. Сейчас потише музыку. Еще раз про браслеты напомню, друзья. Называются номера. По номерам бежим по 20 человек. Покупаем приставки. И потом домой быстро подсоединяем к телеку и пропадаем на вечность. Правильно я говорю? Да! Кто говорил там, что FIFA скоро выйдет? Кто-то вот здесь, кто играл, парень какой-то. Она с 12 ночи будет еще продаваться. Четвертая игра сегодня специально для вас. И для меня тоже. Ура! Так, да, кто, давайте где-нибудь погамаем сегодня. Есть в Питере, как, кстати, какое-нибудь место, где гамают? Да, на Невском есть, на Васе есть. А где она находится? Все, я понял, я подъеду. Сегодня кто-нибудь привезите туда четвертую, пожалуйста, там у них, наверное, нет. Давайте кто-нибудь сегодня действительно туда привезет, и мы поиграем в FIFA. Очень хочу в FIFA тут на новой поиграть, приставки. Итак, про браслеты все помнят. По предзаказу, значит, у нас будет, кто там, вот просто я понял, молодой человек спрашивал про предзаказ. Все у вас будет, отдельная касса, браслеты тоже нужны. Слушай меня внимательно, я побежал. Спасибо вам огромное, вы очень клевый. Что? А где номера?
Те, кто с 10 утра, друзья, у вас браслетики уже получили. Что? Отдельный очередь дали вы. Нет, я сказал отдельную очередь для предзаказа. А у вас как, у тебя какой номер? Давайте там вместе, я тогда сейчас еще раз уточню и точно вам все скажу, обязательно. Если что, сам прибегу. Еще раз спасибо вам огромное, небольшие аплодисменты. Спасибо всем, кто пришел сюда сегодня. Все ждем моих объявлений по номерам. И что-то еще происходит, да, у нас? Вот, друзья, вот этот, мне дали информацию. Те, кто по спискам, утром с 10 часов, подходите к 10 утра. К 10 подходите и получите свои браслеты и неплохие места. Мы сегодня это очень хорошо обсуждали, и вы не могли их не получить. Спасибо. Спасибо огромное еще раз. Все, до скорого.